Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. И сегодня хочу с вами поговорить о расческе US Park Professional 452. Вот такая замечательная расческа. Для чего она нужна? Сейчас вам вкратце расскажу. Значит, смотрите, расческа представлена у нас в красном цвете. Вот такой замечательный алый цвет. Значит, есть у нее еще белый, есть еще янтарный. Данная расческа нам нужна для создания текстуры. По большей части эту расческу я бы вам советовал использовать, когда вы видите, что у вашего клиента очень много волос, и он хочет максимально сделать рваную форму, то используйте вот такую замечательную расческу. Кстати, такой момент, смотрите, создаете форму, к примеру, расческой 336, ну это так, к примеру, да, а дорабатываете, делаете текстуру уже, допустим, 452. То есть она великолепно вычесывает волосы, и ей великолепно можно создавать любую текстуру, какую вы знаете. Там при использовании филировочных ножниц, можете использовать ее при использовании там прямых ножниц с поинтингом, можете также делать рваную текстуру. Вот, я, например, чередую техники. Если я, допустим, вижу, что у клиента очень много волос, я вообще, знаете, филирую всеми возможными способами. И филировочными ножницами, и прямыми ножницами. И вот эту расческу, я думаю, что я себе в коллекцию прикуплю, потому что в последнее время, честно говоря, знаете, у меня очень много клиентов, у которых волос достаточно много, обильные такие, ну, густые волосы. И, допустим, если я буду филировать эти обычные волосы, допустим, 336 расческой, ну, честно, я подустану. Лучше я возьму 452 и буду создавать глубокую филировку именно вот этой расческой. Там глубокие врезания буду делать именно вот 452 расческой. Очень удобная расческа, я всем ее рекомендую в свою коллекцию. Значит, покажу вам обушок, то есть вот, чтобы вы видели. То есть вот он достаточно вот такой... Ну, по мне так, ну, для кого-то, конечно, он покажется широким, но для меня мне вполне кажется нормальным. Ну, если опять же сравнивать эту расческу с расческой 336, то вот смотрите, какие у них обушки. Так, сейчас вот так уберу, чтобы вы видели, потому что обушок это немаловажно. Многие коллеги просят, чтобы я показывал. Значит, смотрите, то есть, да, сейчас, секунду. Распаковывать я, к сожалению, не могу расчески, как я говорил ранее, потому что эти расчески у нас уходят нашим замечательным клиентам. Так, сейчас, секундочку. Так, то есть вот такой обушок. И вот. То есть, видите, да? То есть, в принципе, у них даже обушок чем-то... Даже я бы сказал, вот даже по ощущениям, мне кажется, что у них обушки одинаковые. Хотя она такая вот широкая, кажется. Вот, с 336 обушок у них даже похож. То есть они практически, может быть, чуть-чуть, у 336 даже будет чуть-чуть такой, знаете, побольше. Но это мне так кажется, но с другой стороны, мне кажется, они вообще одинаковые. Вот, то есть вот, вот такая замечательная расческа. Всем советую, те, кто... парикмахеры, те парикмахеры, которые любят создавать именно вот рваные текстуры для своих клиентов, то я вам очень настоятельно рекомендую. Вот, ну, в принципе, а так все, что хотел, рассказал. Если же будут какие-то вопросы, вы мне напишите под этим видео, также поставьте мне палец, я буду вам очень благодарен, и чтобы я собрал много-много пальцев, буду вам безумно благодарен. Вот, ну, а с вами был Дмитрий Каждан, всем точных стрижек, всем пока.